Когалымском отделе внутренних дел новый руководитель. Ранее Александр Воробьев работал начальником отдела полиции поселка Федоровский Сургутского района. Свою службу в правоохранительных органах он начал в 94-м с должности милиционера патрульно-постовой службы. Имеет опыт работы в службе участковых уполномоченных, дознания и в штабе. Уже более 13 лет занимает руководящие посты. Теперь Александру Николаевичу предстоит решать задачи по обеспечению законности и правопорядка в городе Когалыме. Убежден, что практический опыт и организаторские способности будут в полной мере востребованы на новой ответственной должности. Благодарю за оказанное доверие. В полной мере осознаю ответственность, возложенную на меня, с поставленными задачами ВВД по городу Когалыма справиться. Спасибо, товарищ полковник. Сразу после представления нового начальника Когалымской полиции двоим ее сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности от Управления Министерства внутренних дел Югры за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества. А два старших лейтенанта получили звание капитанов полиции. Присвоить специальное звание капитан полиции старшему лейтенанту полиции Мызгину Алексею Борисовичу.